Уважаемые дамы и господа, прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение к участию, а также губернатора и его командора и городской власти за теплый прием и за программу. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, 80 лет назад 7 торговых судов прибыли сюда, в Архангельск, с жизненно важным грузом. Они стали воплощением слов Уинстона Черчилля, который от имени Великобритании обещал оказать русскому народу всю помощь, какую мы только можем. Конвой Дервиш стал первым из 78. 1400 торговых судов под защитой британских, американских и канадских военных кораблей и самолетов доставили на этот берег 4 миллиона тонн ценных грузов, чтобы поддержать Советский Союз в героической борьбе с нацистской Германией. Конвой доставили четверть всей помощи западных союзников и помогли Красной Армии победить немецкую армию на Восточном фронте. Но за это пришлось заплатить страшную цену. Мы можем только представить условия, в которых шли арктические конвои. Беспощадные волны, суровые морозы и постоянная угроза атаки с воздуха, суши и под воды. Погибли более 3000 военных и торговых моряков, солдат и пилотов. Среди них были подростки и те, кому за 70. Была потоплена 85 торговых судов и 16 кораблей королевских военно-морских сил. Это была честь для меня сегодня утром разложить цветы к мемориалу арктическим конвоям и почти память тех, кто заплатил наивысшую цену за победу. Мы отдаем должное им и всем, кто сражался в нашей общей битве против зла. Посол Советского Союза, работавший тогда в Лондоне, поблагодарил ветеранов за героизм, мужество и стойкость. И сегодня я снова воздаю им честь. 80 лет спустя мы понимаем важность этих конвоев. Мы помним о цене, которые заплатили за победу в этой ужасной войне. Мы помним, за что погибли они и миллионы других жертв этого жестокого конфликта. Они погибли за свои семьи, за свои родные страны, за свободу. И мы помним, как много мы можем достичь, работая вместе. Их пример должен вдохновить нас всех удвоить усилия, чтобы построить мирное, устойчивое и процветающее будущее для наших детей и примириться с бывшими противниками. Спасибо.